это же малышка Синди! Опять моя мелкая перед всеми выпендривается. Какая маленькая, а уже звездочка школы. Я тоже так могу. Фу, ну и кринж. Наша Синди просто пушка, Тина Баташа просто окушка. Видите, я ничем не хуже Синди. Ничего подобного, в вашей семье только младшая вышла. Ой, прости. Ты чего, Баташа? Ты мой лук гангстерский испортила! Ой, Синди, твоя старшая сестра просто отстой! Да, Тина, ну и почему ты у меня такая неудачница? Сама такая! Вот ты видишь, я стану такой же популярной, как и ты! Попробуй, посмотрим, как ты справишься! Ничего, я буду повторять за ней все, что она делает, и стану еще круче! Сегодня пишем тест. Если узнаю, что кто-то списывает или дает списывать, отправлю на отработку. Ты стала своими отработками. Эй, душнила, напишешь за меня тест? И за нас. Отвалите, мне проблемы не нужны. Я примерная девочка. Начинайте работать! Ну, сейчас все видят, какая я молодец! Я стану такой же любимицей, как и Синди! Эй, Алла, а что у тебя в первом вопросе? Отстань! Я не даю списывать! Ой-ой-ой, ты еще пожалуйся на меня! Или смелости не хватит? Что там у вас происходит? Миссис Кристи, он не списывает! Она мерзкая стукачка! Перестаньте быстро! Вы оба придете на отработку, ясно? Нет! И никаких отговорок, я предупреждала! Встретимся на отработке, крошка. Ну вот, я опять облажалась и не стала такой, как Синди. Родители будут недовольны. Ну что, как у вас дела в школе? А у меня... Синди, расскажи нам. Меня пригласили на конкурс художников. Вау! А еще сегодня в балетной школе мы выучили новое движение. Браво! Ты у нас такая талантливая! Ну, у тебя что? Меня отправили на отработку. Какой кошмар! Ты сплошное разочарование! Синдичка, а ты молодец. Очень красивый танец. Ах так? Я тогда тоже буду танцевать, как Синди, чтобы вы меня заметили. Ну, как твоя старшая сестра? Ой, как обычно. Вчера моим куклам голову пооторвала. Ужас! А еще она меня вечно копирует. Позорище! Сама ничего не умеет, еще и хочет стать такой же, как ты. Угу. Надо ее проучить, чтобы перестала за мной повторять. Точно! Чтобы она позорилась на всю школу. О, придумала! Ты же будешь выступать на День мира с речью! Конечно, моя речь будет самой лучшей. Отлично! У Тины все равно никогда ничего не выйдет. Надо, чтобы она тоже выступала. Она и двух слов сказать не сможет. Супер! Тогда надо ей подкинуть идейку, чтобы она тоже речь подготовила. Я опозорилась. Я этим займусь. Если она во всем тебя копирует, то это тоже сделаю. Ой, мы погнали на урок. Проучим мою старшую. Да. Чего тебе? Вали, придурок, ты не мешаешь. Просто хотел поболтать. На меня эти дешевые штучки не действуют. Хватит меня отвлекать. Тиночка, я же просто хочу, чтобы такая красотка, как ты, обратила на меня внимание. Красотка? Он назвал меня красоткой? Так, ты чего встал?
сел на место! Да я это, ноги размят! Чего вы начинаете? Ага. В первом у нее было Б, а во втором С. Какой он краш! Как я раньше этого не замечала? Я должна встречаться с таким, как Зак, хулиганом, и тогда я точно стану популярной. А я закончила, миссис Кристи. Хорошо, твоя отработка зачтена. А ты, Зак, сиди тут, пока все не напишешь. Блин, ну не по-человечески это все. Зак будет моим. Выпускного я должна с ним замутить. О, привет, Лохушка. Как там твоя младшая сестра? Сирочушка, Сиди-пушка! Лунешка! Да уж, я с Заком точно не смогу замутить. Его друзья меня ненавидят. Синди, Зак сказал, что Синди прикольная. Опять это Синди. Но если Зак ее обожает, тогда я должна продолжать ее копировать. О! Привет! Мне как раз нужна твоя помощь. Че надо? Мне нужно узнать кое-что о Синди. Я о своих подругах ничего не рассказываю. А хочешь, я тебе сделаю домашку на неделю вперед? А, ну прикольно! Что бы ты хотела узнать? Как мне стать такой же популярной, как Синди? Ну, не знаю. Разве что... Нет, для тебя это слишком сложно. Что? Скажи, умоляю! День мира. Синди будет там выступать с речью. И что? А то, что если хочешь быть популярной, то нужно выступать на публике. Ты хочешь, чтобы я выступала? Да. Капец. Выступать? Ладно. Эй, стой! А домашку мою забери! Кто-то теперь и позорится. Ну что, Дина узнала про День мира? А то! Все прошло супер! Она сама попросила у меня помощи. Ого! А ты чё? Я ей все сказала. И еще дала свою домашку, чтобы она сделала. Супер! Завтра она позорится. За то, что Дина облажается. Ура! Интересно, какую чушь она напишет? Я все продумала. Я подкинула ей текст твоей фейковой речи. Что? Завтра посмотрим, сколько она туда стырит. А сейчас со своей речью выступит... Дина! Уберите ее! Бесит. Да, Зак? Да. Всем привет. Я хотела сказать, что, ну, это, ну... Говори уже, бесишь. Сейчас она опозорится. Так вот, я хочу сказать про мир. Мы должны жить в мире с собой и своими родными. Мне больно от того, что я ссорюсь с родной сестрой. Она содрала мою речь один в один. Ну и лузерша. Хоть она и лохушка, но я ее очень сильно люблю. Я тебя люблю, Тина. Тина, спасибо. А сейчас выступит наша любимая Синди. Всем привет, я Синди. Я хочу рассказать о том, как прекрасно, когда везде мир и нет войн. Что? Это же другая речь. Тина, твой спич был как колыбельная. Ага, мы уже все уснули. Отвалите, дайте послушать сестру. Что, хочешь выучить ее речь наизусть? Ты же любишь ее копировать. Достали! Я вам покажу, как меня бежать! Ааа!
спасибо тебе, что поддержала меня в трудную минуту. Я так хочу быть такой, как ты. Ну зачем тебе это? Легче же просто быть собой. Я уже пыталась быть собой, но все с меня ржали. Я стала изгоем. Больше не хочу. Все смеялись меня настоящей. Я хочу быть другим человеком. Тобой, например. Я считаю, что ты очень красивая. И, кстати, у тебя же скоро выпускной. Ты к нему готова? Нет. Я вообще не собиралась идти, но теперь у меня появилась цель. Какая? Я влюбилась, и я хочу замутить скрашенным выпускном. Круто! Я тебе помогу. Блин, тут все не подходит. Мы купим тебе новых вещей. Но вы хоть в школе общаетесь? Нет, мне даже кажется, что он меня ненавидит. Ну так действуй и сделай первый шаг. Эх, если б я была тобой, я бы сделала. Но ты не можешь быть мной. А мне кажется, могу. Привет, Зак. Это что за переросток? Что ты такое говоришь? У меня вот стикеры есть. Ты что, совсем больная? Сколько тебе лет? Сколько и вам? Хватит ржать. Переросток! Переросток! Почему они все так реагируют? Зак, а тебе нравится мой наряд? Нет, ты выглядишь как дура. Почему? Тебе же нравится, как выглядит Синди. Она ребенок, а ты взрослая тетка. Ну почему? Чем больше я пытаюсь быть похожей на Синди, тем хуже. Тебе детская одежда? Что? Да я выгляжу как Синди! Неужели этого недостаточно, чтобы я стала популярной? Ну, как тебе сказать? Ты правда выглядишь странно. Что? Почему? Ну, ты старшеклассница, а на тебе одежда как-то в маленьком ребенке. Вот глянь на себя. Я и правда как переросток. И что теперь делать? Накупим тебе нормальный шмот на твой возраст. Точно! Веди ее в магазин! Да! А, погнали, сбежим прямо со школы. Да, нет, стой! Не узнали. Ты так преобразилась. Очень красиво. Зак, а ты чего молчишь? Здорово, лохушка! Чё, опять шмотки у сестры стырила? Зак, ты чего? Реально, Зак, ты чего? Она же круто выглядит. Чего ты её чморишь? Да отвратительно она выглядит! Полное дно! Не знаю, что с тобой случилось, Зак, но, по-моему, тебе просто нравится обижать людей без повода. Пора на тренировочку. Точно, Зак говнюк. Зак, ты не хочешь извиниться за свои слова? Нет, ты как была чмошницей, так и осталась. Ненавижу тебя. Дина! Бро, ну ты реально перегнул. Поговорим, когда тебя попустят. А еще все... С ума сошли, что ли? Я должен был при всех показать, что мне Душнина Тина реально нравится. Да они бы меня еще больше засмеяли бы, придурки. Ты чего поняла? Что случилось? Он меня опять унизил при всех. Может, он просто не привык к добру? Знаешь, почему меня все так любят? Почему? Я всегда предлагаю людям свою помощь. Я добрая. Ты хочешь, чтобы я сделала что-то хорошее для него?
Да, поэтому беги на урок и прояви доброту к своему крашу. Спасибо, сестренка. Я все-таки стала такой, как ты. Обещаю. Надеюсь, у меня все получится. Сегодняшний тест очень важен. Надеюсь, что да! Не вздумай списывать. Да нафига это мне надо? Начинаем писать. Че, Тин, дашь списать? Ты меня унизил при всей школе. Какое списать? Прости, сам не знаю, что на меня нашло. Мне кажется, я слышу Тину и Зака. Тина, он опять тебе мешает. А, нет, миссис Кристи, он мне не мешает. Ты меня отмазала? Вижу, ты поменяла свое мнение обо мне. Так что насчет ответов на тесты? Да, быстрее списывай, пока я не передумала. Урок окончен, сдавайте тесты. Стой! Я хотела тебе кое-что предложить. Предложить? Что ты мне можешь предложить? Если ты плохо понимаешь предметы, я могла бы с тобой заниматься. Мы можем вместе делать уроки. Правда? Ну да, мне не трудно. Офигеть. Ну, ладно, можно попробовать. Я еще никогда ни с кем не занимался. Супер, тогда встретимся после школы. Окей. Только в моем тайном месте, чтоб нас никто не спалил. Идет. Что ты делаешь? Я порчу вещи! Вещи Тины! Она меня обидела! Тина тебя обидела? Моя ж ты куколка! Если Тина тебя обидела, можешь портить ее вещи сколько хочешь. Мы разрешаем. Я порежу ее выпускное платье! Ну, если тебя это успокоит... Успокоит! Бесит, 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 бесит! Ну а теперь, Тиночка, и мы пойдем готовить тебя к твоему худшему выпускному в жизни. О нет! Что с моим платьем? Чего? Я же специально это сделала. Специально? Но зачем? Тише, тише. Я это сделала, потому что... Потому что это новый тренд только что в ТикТоке видела. Правда? Я не видела. Да, а еще это новый тренд с макияжем. Хочешь, сделаю? А ты уверена, что у тебя получится? Бал уже вечером, вдруг ничего не выйдет. Расслабься, ты будешь самой красивой на выпускном. Вот дура, она ответит за все. Она будет самой стрёмной. Странно. А где Тина? Может, она опять красивая придет? Не мечтай, это ж лохушка Тина. Таких, как она, ничего не исправит. Я уверен, что она точно придет красивой. Спорим на 100 баксов. Спорим. Сказала, что это тренд ТикТока.
А зачем ты увела моего краша? Что? Зак мой краш, ясно? Я его люблю, а ты с ним целовалась. Чего? Синди, ты что хочешь-то? Или не прав? Твой краш? Что за бред? Он мой краш. Зак, скорее решай, с кем ты будешь. Со мной или с ней? С тобой? Ну не дури, ты Майка, мы с тобой не по-человечески вообще совсем. Блин, а ты мне так давно нравился. Я ждала, что ты ко мне подкатишь, потому что я популярная, а ты вот так. Че ты вообще взяла, что я к тебе подкатывать должен был? Чего ты? Значит, он будет со мной. Да и с тобой я не буду. Вообще, мне домашка нужна была, поэтому я и притворялся, что ты мне правда нравишься. Да что? Не, ну ты, конечно, симпатичнее стала. Я даже сначала повелся, но... Что оно? Ну ты осталась все такой же душнилой тиной. Да что ты? Да, наконец-то колледж, и я буду здесь такой же популярной, как и в школе. Эй, осторожней, а нечего лезть под ноги королеве. Что? Что слышала, мышь? И на будущее запомни, я здесь главная. И что это за выскочка? Ура! Моя новая комната! Взрослая жизнь началась! Моя новая соседка! Ты? Вам никто не поможет! А? Перестань! Давай поговорим, мы же одноклассницы! Нет! Я испорчу всю вашу жизнь! Вас никто не спасет! Больно! Спасите! Нет, дорогуша, ты пойдешь с нами! Вы заберете ее в тюрьму? Нет, место поинтересней! Наконец-то ее забрали! Надеюсь, больше мы ее никогда не увидим! Ариэль! Блин, как она меня нашла. Привет, подружка. Привет. Ты где была? Прикинь, с кем меня заселили? С Квен. Что? Она же должна быть в психушке. Но она сказала, что вылечилась и ее выпустили. Да уж. Это катастрофа. Она явно что-то задумала. А нас с тобой должны были поселить вместе. Ага, сама в шоке. Видимо, что-то напутали с документами. Надо сейчас же с этим разобраться. Эй, ты меня вообще слушаешь? Да, сори, тут просто в чате общежития такой кринж пишут. Чат общежития? Когда тебя успели туда добавить? Тут еще есть чат колледжа, чат вечеринок, чат с преподами. А, и вот еще. А это еще что? Тути. Ну, типа 2Т. Это значок сестринства Тим-Тим. Что за сестринство? О, оно открывает дверь на самые топовые вечеринки нашего городка. Туда входят все самые популярные девчонки колледжа. Офигеть, я обязана там быть. Тебя и в сестринство приняли? А почему ты меня не позвала? Блин, прости, я просто не успела. Капец, я опаздываю на посвящение. В сестринство? Ну да, будут выбирать новых участниц. Я тоже хочу. Мне кажется, это не совсем для тебя. Что? Да сестринство? Это же самый топ в колледжах. И вообще, я должна стать президентом этого тути. Ну ок, идем. А это кто? Кэсси хочет стать нашей участницей.
Очень приятно. Мы всегда рады новым классным девчонкам. Ну, а я еще очень хороший организатор. Могу помочь вам заменить слоган на что-то более крутое. Ну, тути лучше, это как-то банально. Нужно что-то более дерзкое. Ну, типа, тути всех порвут. Мы не используем угрозы в слоганах. И вообще, мы против каких-либо намеков на насилие. Да я же просто... Да ладно вам, я просто пошутила. А она чего приперлась? Нужно предупредить девчонок, что она опасна. Кэсси, успокойся. Кэсси сама разберется. Кто? Президент Тути. Привет, мои сестры. Что? Это мышь-президент? Привет, сестра. Итак, кто наши претендентки? Я. Меня зовут Глен. Очень приятно, Глен. Ты помнишь главное правило сестринств Петентин? Да, добро, взаимопомощь и красота. Мне это полностью подходит. Я всегда чувствовала, что у меня очень доброе сердце. Ага, а как же? Отлично, Глен. Кто еще? Я Кэсси, и я тоже за добро. А еще я хотела извиниться за сегодняшнее утро. Спасибо, Кэсси. Я рада, что ты осознала свою ошибку. А теперь давайте поболтаем. Пипец, какие-то они странные. А где крутые шмотки, майки, тусовки? О нет, у нее взрывчатка! Кэсси, что ты делаешь? Зачем ты кинулась на Глэн? Вот, у нее взрывчатка. Она хотела вам навредить. Это хлопушка с конфетти, которую я попросила принести. С чего ты взяла, что это взрывчатка? Потому что Глен сумасшедшая. Она меня чуть не покалечила в школе. Ее потом забрали в психушку. Да, это правда. У меня тогда был сложный период в жизни. Нервные срывы и все такое. Но я излечилась. Я прекрасно тебя понимаю, Глен. У каждого из нас в жизни были ситуации, когда приходилось проходить психотерапию. Мы с тобой. Серьезно? Вы ей верите? Она же псих! Хватит, Кэсси. Ты достаточно себя проявила. Такая агрессивная стерва не должна быть сестрой Тути. А вот тебя, Глен, я поздравляю. Ты принята. Да вы все тут чокнутые! И, кстати, Китти, у тебя губы криво накрашены. И мы круче всех, мы лучше всех. Нашу команду ждет успех. Черлидерши, вперед! Тина, что с тобой? С таким настроением мы точно не поднимем боевой дух баскетболистам. Я знаю, простите. Может, тогда отключимся на растяжку? Окей, вперед. Ну, Тина, старайся. Да я пытаюсь. Ну еще. Все, хватит. Тина, ты чего? Тебя же с команды выгонят. Ну и пусть. Я не хочу больше быть черлидершей. Это скучнее, чем я думала. Что? Но это же была твоя мечта с первого класса. Я пришла в команду из-за Кэсси. Она была черлидершей, а я хочу быть такой же крутой, как она. Ну так занимайся тогда. Это не мое. Простите, мне не нравится. Капец. Опять искать новенькую. Наконец-то первый день в старшей школе закончился. И почему все не так, как Эйси рассказывала? Может, позвонить ей? Привет, сестренка. И зачем я тебе понадобилась? Я занята. Да подожди, поговори со мной хоть чуть-чуть. Уф. И что у тебя там? Короче, ты говорила, что в старшей школе классно. Там вообще не то, нет этого вайба. Это потому, что ты лузерша. Чего? Ты офигела? Ну а что? Я была королевой в школе, а тебе такой не стать. Нет! Я буду круче тебя! Неа, я уже в колледже стала самой популярной, а ты школьница, малолетка. Да иди нафиг! Ну почему она ее просто не может поддержать? Почему все не так, как я хочу? Я лузерша. Всем привет!
Ой, а тут еще и парни. Привет, мальчики. Ну, привет. А ты что здесь делаешь? Мы тебя и не приняли в сестринство. Да-да. Я просто решила принести вам тортик. Не обязательно быть участницей Тути, чтобы приходить к вам. Еще как обязательно. И вообще, торт у тебя не в нашем стиле. Да, эти фигурки уже давно не в тренде. Прости, Кэсси, но вход в сестринство только для участниц. А парням почему можно? Да ладно вам, девчонки, пусть остается. Окей, только если Гвен не против. А почему нет? Я не обижаюсь на Кэсси. Гвен, ты такая добрая. Кэсси, я надеюсь, ты осознала свою ошибку и больше не будешь цепляться Гвен. Конечно. Прости, Гвен. Отлично, тогда давайте резать торт. С удовольствием. И Заку. Спасибо. Ну уже пройте. Ну как вам? Бе! Он же соленый! Фу, это невозможно есть! Как соленый? Я же сама его пекла и соль не добавляла. Я пробовала! Не знаю, что ты там пробовала, но это полный отстой! Да как так? Это ты! Так вот что ты делала у торта! Соль подсыпала! Кэсси, стой! Хватит обвинять во всем Гвен! И больше не приходи на наше собрание! Я докажу Кэсси, что я лучше ее. Но для начала завоюю Тайлера. И буду с ним танцевать на вечеринке у всех перед глазами. Элис? Какая же ты у меня красивая. Не могу налюбоваться. Теперь ты можешь делать это каждый день. Мы же вместе. Да, вместе до конца. Офигеть! Ура! Первая вечеринка в старшей школе! А я смотрю, у нас новая пара. Да, мы с Тайлером вместе. Ага. Фу, как же она меня бесит. Еще улыбается своими кривыми зубами. Тина, а ты чего не танцуешь? Не хочу. Тина, ну что там? Че? Кэсси звонила? Звонила. Ну, и что там? Как она? Как колледж? Нормально все. Стой. А про меня не спрашивала? Нет, не спрашивала. Не спрашивай, да не будет спрашивать. Блин, меня нет ни на одной фотке с тусовки. Кэсси точно будет с меня ржать. Опа. А это что, тусовка в колледже Кэсси? Да что тебе опять? А я тут увидела, у тебя в колледже устраивают вечеринку. Да, взрослая крутая тусовка. Тебе-то что? А можно я тоже пойду? Крыша поехала. Туда не пускают школьников. А ты разве не можешь меня провести? Ты же сказала, что ты самая крутая, тебя все слушают. Да, но брать тебя на вечеринку не буду. Все ясно. Что тебе ясно, мелочь? Что ты все наврала. И в колледже ты не такая крутая, как в школе. Да я здесь еще популярней. Так докажи. Проведи меня на тусу, тогда поверю. Да легко. Собирайся завтра в 5. Ура! Так, нужно губы поярче. Почему так печет? Ты кричала? У меня губы пекут. Так это ж моя помада с перцем. Что? Это моя помада? Ты подсыпала туда перец? Нет, это правда. У тебя такая же помада. Но у тебя без перца. Ты специально ее подсунула, я знаю. Прости, Кэсси, но у тебя паранойя. Хочешь, я дам номер своего психотерапевта? Это тебе нужен врач. Ты больная. Курица, блин. Я же знаю, что она делает это специально. А это еще кто там? Привет! Привет, Кэсси! Это что такое? Вы что здесь все делаете? Пришли на вечеринку. Тина сказала, ты нас всех позвала. Всех позвала? А ну идем поговорим.
за фигня? Ты зачем их притащила? Ну, я хочу стать популярнее. Элис убила у меня краша. Хочу, чтобы она видела, какая я крутая, и бросила ее. Серьезно? А другого способа ты не могла найти? Ну, все старшеклассники мечтают попасть на тусовку в колледже. Они точно оценят. Ты меня подставляешь. Ну, а что такого? Тебя же все слушают. Ты же сможешь нас провести? Пожалуйста. Или все в школе будут думать, что ты лузерша. Как ты меня достала. Ладно. Ну что, мы идем на вечеринку? Да. Ура! Вау! Вот это здесь круто! Ага, вы здесь благодаря мне. Спасибо, Тина. Да, Кэсси, а че ребята с тобой не здороваются? Да, ты же обычно всегда приходила на тусы и тебе аплодировали. А в колледже другая система. Меня все равно все знают и всегда рады видеть. Девчонки, привет! Как ваши дела? Отлично? Ой, у меня тоже все супер. Отдыхайте. Зачем Кэсси сюда пришла? Вечеринка же для всех, а не только для членов Тути. Вас школьников нафиг с собой притащила. Привет, ребята. О, Нейт, у тебя новая стрижка? Я вообще-то не стригся. А, ну, наверное, уложил по-другому. Тебе очень идет. Ну ладно, развлекайтесь. Да, тебя прям рил все знают. Ого, ты тут всего пару дней, а уже королева колледжа. Да-да, в этом вся я. Ну, чего столпились? Танцуйте! Котик, потанцуем? Конечно, любима. Эй! Ой-ой, прости. Это что, школьник? Да тут дофига школьников! Девочки, а ну идемте за мной. Кэсси, слушай, ну может мы это, ну, потанцуем? Не до тебя сейчас, школота. Опа, а это кто такая? Привет, ты новенькая, я тебя еще не видел. Не-а, я здесь не учусь, пришла к сестре на вечеринку. Так чего тогда не танцуешь? Что-то не хочется, ладно, я уже пойду домой. Стой, а можно я тебя проведу? Как хочешь. Девочки, что за фигня? Почему школьники на нашей вечеринке? Вы же должны были следить за тем, кто приходит. А мы-то что? Их Кэсси притащила. Кэсси? Да, она вообще офигела, нарушает все правила. Все, хана этой Кэсси. А как же наши правила? Делать только добро. К таким, как Кэсси, это не относится. Капец, нужно быстро прогонять малолеток. Так, где Тина? Ушла. Супер. Вы тоже давайте собирайтесь и валите отсюда. В смысле? Туса в самом разгаре. Вы глухие? Я сказала, собирайтесь и валите отсюда. Для вас вечеринка окончена. Ладно, если хочешь, можешь к нам в школу на тусу прийти. Тусить с тупыми мелкими? Вы мне не друзья, лузеры. Кыш, говорю, а? Потусили, называется. Могла бы нас и дольше оставить. Идемте, ребят. Блин, это же мой шанс поговорить с Кэсси. Подожду, пока все уйдут, и поговорю с ней. Кэсси! Ты что здесь устроила? А чем ты? Все же в порядке. Она о школьниках, которых ты сюда притащила. О каких школьниках? Тут никого нет. Ага, Кэсси только что их прогнала. Бедолаги даже потанцевать нормально не успели. Слушай сюда. В школе ты была популярной стервой, но здесь нам токсики не нужны. Еще одна такая выходка и пеняй на себя. Поняла? Поняла. Отлично. Все, вечеринка окончена. Расходимся. Кэсси, не расстраивайся, но они просто придурки. Почему ты остался? Ты все слышал? Хотел с тобой поговорить, вот и остался. И да. Я все слышал. Теперь ты всем расскажешь, что я лохушка. Конечно нет. Ты не лохушка. Я потеряла всю свою популярность. В колледже меня никто не любит. Не говори так. Ты самая прекрасная девчонка из всех, кого я знаю. И пофиг, что они говорят.
Спасибо тебе, Крис. Какой же он классный! Еще из колледжа! Все, набег Тайлера! Закруче! И, кстати, он прав. Пофиг, что я не популярная. Буду сама собой. А кому не нравится, пусть идут нафиг. Ого! Все меня благодарят за то, что я их провела на вечеринку в колледж. Еще и пост в инсте сделали. Тина самая крутая! Офигеть! Кажется, я все-таки стала популярной. Нужно сестре похвастаться. Кэсси, привет! Да что тебе опять? Я стала популярной! Ага, рада за тебя. Все благодаря тебе. Одноклассники очень рады, что попали к тебе на тусу. Да мне пофиг. Ты совсем не можешь меня поддержать, порадоваться. Чему радоваться? Что ты стала самой популярной среди неудачников? Зачем ты так? Мы же сестры. Хватит меня доставать, не звони мне больше. Это ты меня достала! Все, мне надоело. Раз не хочет себя вести как сестра, значит у нее вообще не будет сестры. Вот ее! Еще и имя ее! Тина, ты что делаешь? Убираю все напоминания о Кэсси! Зачем? Она же твоя сестра! Это стерва! Мне больше не сестра! Что? Но почему? Что у вас уже случилось? Она постоянно меня гнобит! Я для нее только объект для унижений! Но твоей сестре сейчас очень сложно. Ей как никогда нужна твоя поддержка. Шутишь? У нее все хорошо. Она королева колледжа. Поверь, ты многого не знаешь. А ты прям много знаешь. Не лезь не в свое дело. Эта чокнутая больше, чем пол шкафа заняла своими шмотками. Кэсси, что ты делаешь с моими вещами? Ноги вытираю. Эти шмотки годятся только для половых тряпок. Хватит! Почему ты меня так ненавидишь? Потому что ты портишь мне жизнь. Из-за тебя я стала изгоем в колледже. В твоих проблемах виновата только ты сама. Не надо винить меня. Да это ты все подстраиваешь. Специально меня со всеми ссоришь. Я знаю, ты что-то задумала. Я тебя раскрою. Хватит! Прекрати разбрасывать мои вещи! Я ищу доказательства, что ты сумасшедшая и готовишь подставы для всех. Знаешь, Кэсси, это уже слишком. Я была добра к тебе, а сейчас я иду жаловаться к сестринству. Ну и шуруй куда хочешь! Все, Гвен, успокойся. Сейчас Китти разберется с ней. Мы все разберемся. Че звали? А ты будто не знаешь. Гвен нам все рассказала. Ты перешла все границы. Эта дура перешла границы тогда, когда сбежала с психушки. Я не сбежала, я вылечилась. Тише, Гвен, тише. Видишь, до чего ты ее довела. Кэсси, мы вынуждены принять меры. Мы с сестрами Тути сейчас же пойдем к директору, чтобы он выселил тебя из общежития. А вы не имеете права. Еще как имеем. Директору важно наше мнение. Девочки, идемте. Пипец. Да нет, они не смогут меня выселить. Не смогут же, да? Да блин, не могу сосредоточиться. Нафиг Крис сказал, что у Кэсси проблемы. А может он прав, и мне стоит с ней поговорить? Открыто! Привет, Кэсси. Ты плачешь? Капец, что случилось? Ничего. Я всего лишь самая главная неудачница в колледже. И меня выселяют за общежитие. Так, выселяют? Давай рассказывай. Ого, вот это история. Но почему ты притворялась, что тебя здесь все любят? Потому что я привыкла, что все знают меня как королеву Кэсси. Я должна этому соответствовать. Сестренка, ну почему ты мне не сказала? Ты бы смеялась и злорадствовала. Ни за что, мы же сестры. Я тебя всегда поддержу. Спасибо тебе. И прости за то, что я себя так вела. Ты такая хорошая.
Конечно, прощаю. Я думаю, тебе с Гвен тоже стоит помириться. Думаю, она правда исправилась. Наверное, ты права. Спасибо. Чего тебе? А я принесла тебе твоих любимых пончиков. Вот. Угу. Спасибо. А еще я пришла, чтобы извиниться. Прости меня, что я цеплялась к тебе. Я искала проблемы во всех, кроме себя. А ты, оказывается, ни в чем не виновата. Ладно. Ты так легко меня прощаешь? Да, на психотерапии нас учили отпускать все обиды. И главное, что ты осознала свою ошибку. Спасибо тебе большое. Ты правда очень добрая. Ну, ладно, я пойду. Мне нужно все-таки собирать вещи. Меня все еще выселяют. Да. А, стой! А хочешь, я поговорю с Тути и помогу тебе помириться? Ты это сделаешь ради меня? Ну да, каждый имеет право на второй шанс. Спасибо, спасибо, спасибо! Да, я вообще... О, глянь, кто это там. Опа, это же та чокнутая Гвен. Так она же вроде вылечилась. Да, я все купила. Кажется, нет. Нафига я гаечный ключ? Ладно, надо ее подснять. Полюба сейчас что-то смешное вычудит. Конечно, я устрою потоп в этом дурацком колледже. Я обвиню во всем эту тупицу Кесси. Офигеть. Так, нужно срочно предупредить Кесси. Сейчас я ей позвоню. Блин, не отвечает. Тогда погнали к Тине. Ей Кесси точно ответит. А вот и мы. Привет, девчонки. Ага. Чего молчишь? Ну, я хочу попросить прощения за свое поведение. Я понимаю, что я своими действиями принесла вам очень много проблем и стресса. Простите меня. А перед Гвен ты извинилась? Да, мы с Кесси уже все обсудили. Мы больше никогда не будем ссориться. Какое же у тебя все-таки большое и хорошее сердце. Я бы после такого не простила. Я понимаю, что я не заслуживаю этого. Но я надеюсь, что вы меня тоже простите. От лица сестер Тути официально заявляю, что мы принимаем твои извинения. Ведь каждый заслуживает на второй шанс. Да, девочки? Да! Спасибо вам! Я обещаю вам, вы не пожалеете об этом решении! Уж надеюсь. Ладно, иди сюда! Что за фигня? О, нет! У нас потоп! Тина! Что случилось? Вы чего такие перепуганные? Срочно звони Кэсси. Окей, зачем? Звони! Ладно, ладно, звоню. Телефон отключен. Ну тогда срочно бежим к ней. Так что случилось? Бежим, подруге все расскажем. Давай, давай. Нефиг было пытаться меня выселить. Теперь ваш гадюшник затопит. Кэсси! Что? Это не я! Это не я писала и не я делала! Ай-яй-яй-яй-яй, Кэсси, как ты могла? Мы ж только поверили, что ты изменилась. Но это правда не я! Ну, Кэсси! Фух, успели. Что вы здесь делаете? Это не Кэсси устроила потоп. Ага, и у нас есть доказательства. Я устрою потоп в этом дурацком колледже. Квен! Да, а я так и знала. А я же говорила вам, что она чокнутая. Да когда вы успели это все снять? Я должна была вас всех затопить! Вы не могли раскрыть меня! Офигеть! А она Рил чокнутая. Я все равно вас всех уничтожу! Вот это да. Не верится, что Гвен и вправду оказалась сумасшедшей. Прости, Кэсси, что сразу не поверили тебе. И меня. И спасибо, что открыла нам глаза на нее.
Это ребятам спасибо. Если бы они не сняли то видео про Гвен, мы бы ничего не узнали. Да, не за что. Простите меня, что я называла вас малолетними неудачниками. Да мы не обижаемся. Да, как на тебя можно обижаться? О, кажется, мы тут лишние. Как же я раньше не замечала, какой ты классный. Ну, раз я классный, может, ты согласишься пойти со мной на свидание? Конечно, соглашусь. Правда? Да. Ура! Привет. Сань, привет. Мы сможем вместе... Стоп! Это тот красавчик из колледжа? А почему он пришел к Тине? А ты что здесь делаешь? Шел подарить тебе это и за обещанием. Обещанием? Ты согласилась пойти со мной на свидание. Я пришел тебя забрать, если ты, конечно, не передумала. Я точно не передумаю. Тогда идем. Элис, ты вообще меня слушаешь? Хватит на них палить. Офигеть! Ученый парень из колледжа. И теперь точно все девчонки будут завидовать. Да какая разница? Главное, что у нас настоящая любовь. Угу. Моя всегда, всегда. Моя всегда сестра. Таким настроением мы точно не поднимем боевой дух баскетболиста. Баскетболиста. А тут и парни. Привет, мальчики. А тут и парни. Тут и парни. Ну, привет. Привет. Тут. Привет. 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 Спасибо вам. Очень рада. Это было так радостно. Пожалуйста. Спасибо. Мне нравится смотреть на нас, закрой глаза. А вот смотри, с новой коллекцией. Как хочешь.